Оглушительные взрывы, едкий дым, четкие выстрелы. Это алтайский отдел специального назначения «Легион» обезвреживает террористов. По сценарию преступники с гранатометом захватили здание. Заложников внутри уже нет, поэтому с бандитами не церемонятся. Стрельба – отвлекающий маневр. Следом граната, взрыв, сквозь пороховой туман силовики проникают на вражескую территорию. Минус 2, чисто! После зачистки люди в форме садятся в коробочку. Так негласно спецназовцы именуют БТР. Не успевают выдохнуть, как отрабатывают следующий сценарий, освобождают заложников. Кстати, в 1989 году в Змеиногорской колонии строгого режима случился бунт. Банда преступников захватила в заложники двух продавцов. Алтайский спецназ восстание потушил. Преступников устранил, заложников спасли. На входе операции погибли два сотрудника учреждения. Кстати, алтайский спецназ выезжал и в служебные командировки в горячие точки. Был сапером, в течение года ходил на мины, так сказать. Это был самый сложный период в моей жизни. Ну, страшно, куда деваться? Приходится, как говорится, смириться с этим. Что супруга сказала, когда вот сказали, что вот надо? Поплакала и ждала. Без приемов рукопашного боя никуда. Ежедневно оттачивают мастерство друг на друге. Удары, мягко сказать, не слабые. Синяков много или уже? Ну, это зависит все от физиологических качеств человека. То есть, насколько готово тело. Ну, синяки без них никак. Наше тело уже привычное за столько времени работы, службы. То есть, уже все повидали. Уже в эту субботу «Легион» отмечает 30-летие с момента образования. В этот день ребята снимут каски, забудут про приемы, про свои позывные и будут просто обычными людьми. А уже завтра бойцам вручат звания и награды за их реально опасную работу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.